Ежегодно Петербург посещают более 2 миллионов туристов, и далеко не все из них ищут дорогое жилье. Именно поэтому в наш город пришла альтернатива гостиницам. Формат хостелов и мини-гостиниц уже давно прижился по всему миру. В Петербурге их сейчас уже около 2000. Жилье эконом-класса, пользуются которым в основном молодежь. Кому помешали хостелы и почему их хотят убрать? Законопроекту о запрете размещения гостиничных помещений в жилых домах была посвящена пресс-конференция, которая прошла в пресс-центре газеты «Аргументы и факты». Обсуждали проблемы, связанные с расположением хостелов. Свое мнение на этот счет есть и у Санкт-Петербургского регионального отделения «Молодой гвардии Единой России». Многие предприниматели наверняка уйдут в тень, это первое. Эти хостелы превратятся реально уже тогда, как вот депутаты Государственной Думы говорят, в бордели, какие-то ночлежки, какие-то притоны такого формата. И это уже будет теневая экономика. С множеством бюрократических проблем столкнулась и Алена Янова, когда в 2011 году без связи и без денег открывала со своим молодым человеком хостел. Набрали много кредитов, сделали ремонт, влезли в долги. В 2014-м стали лучшим хостелом Петербурга. В связи с рассмотрением данного законопроекта сейчас стоят на распутье. Активно мы боремся последние 2 года, то есть господин Катасонов, сейчас это госпожа Хованская, которая сделала большую такую, скажем, волну негатива в наш адрес, я имею в виду в адрес малого сельского размещения. Проблема в том, что это федеральный закон, и если действительно в каких-то частях нашей страны, например, в частности в Москве, действительно очень много ночлежек, то, например, если мы берем Крым, южные регионы, то там 98% это частный сектор. Общественный резонанс действительно есть. Многие считают, что хостел – это жилье крайне низкого уровня с подозрительной публикой. Тем не менее, в самом хостеле у Алены уютно и красиво. А постояльцы – приличные люди. Да и соседи о нем тепло отзываются. Я очень положительно отношусь, потому что люди приезжают нормальные, никаких тут безобразий нету, и иностранные граждане. Повторное слушание законопроекта состоится 13 июня.